Здравствуйте, мои хорошие воины меча и магии. Меня зовут Алексей, и мы отправляемся в очередную королевскую битву. Поехали. Я смотрю, Ubisoft особо над музыкой не парились, и, по-моему, взяли музыку просто с тех же самых героев. Ну что, ребята, мы начинаем, значит, против нас Фантом? Ужас! Затариваемся нашими бойцами и будем стараться одерживать победу. Ну, давай как вариант. О, выставляем. Значит, минус 3 брони. Ну что, ребят, до начала раунда остались считанные секунды. Напомню, что в первом раунде, даже если мы потерпим поражение, то ничего страшного. Ну что, поехали, да? По-моему, это Мексика, если мне память не изменяет. Вот. Давай, 3, 2, 1. Давай! Во, начинается раунд. Обалдеть. Воу, неплохо раздает поражение. Фу-фу-фу-фу. Да уж. Ого. Ого. Вот. Я смотрю, тут просто глаза разбегаются. Ребята реально со всего мира. Украина, Америка. Обалдеть. И следующий раунд против Милти. Ну что, Милти? Сирия, по-моему, если мне память не изменяет. Давайте, знаете, вообще как сделаем? Повышаем уровень и выставляем наших бойцов тех же самых. Давай вот так сделаем. Вот. Пока ничего хорошего, да, так скажем. Но опять же, видите, я даже не знаю, что собирать. Ага. Давайте дождемся следующего раунда, потому что в любом случае денег нет. Вот, и будем стараться одерживать победу. Напомню, что в этом раунде, если мы потерпим поражение, то у нас отнимут одно очко здоровья, поэтому будем стараться, скажем так, будем стараться раздавать, да? Во, по-по-по-по-по, раздаем. Давай, дюжим. Во, и победа остается за нами. Здорово. Ура! Отлично! О, так, давайте пробежимся. Постоянно я в лидере заклинаний. Не знаю, с чем это связано. Вот, у противника есть уже боец со второго уровня, я смотрю. И у нас доктор. Ой, докторишка, зачем? Не надо мне доктора. Ой, ребят, серьезно, даже пока не знаю, что... А, во! Давайте вот так сделаем. И... Подожди. Ставим, и у нас получается... А, ничего не получается, да? Так скажем, ничего и не получается. Можно вот так сделать. Во! Во, силушка, смотри. Дополнительная броня и минус 3 брони к противнику. Ну что, доктор, сейчас я тебя полечу. 3, 2, 1, давай, поехали. Гоу. Сраный докторишка, сейчас ты получишь. Вау, неплохо раздает, но походу победа будет за нами. Хотя не стоит загадывать, походу, да? Во. А ты, доктор. Получай, тварь. Здорово. Отлично. Давайте пробежимся. Просто куча ребят. Продолжаем быть лидером. Блин, ты чё? У него два бойца второго уровень. Камон. 23 золота. Здорово. Лидер опыта. Уровень 5. Это... Кулайдикидид 83. Значит, повышаем. Даже не знаю. Давайте как вариант. Вот. Но опять же, денег нет, поэтому это уже будет чуть позже. Выставляем нашего бойца. Ага, мастер меча. Здорово. Ну что, ребят, ждем следующий раунд. У нас все шансы, чтобы одержать победу. У нас куча бойцов есть уже с энергией, да? Вот. И у противника, смотри, у него есть броня, но за счет нашего навыка часть брони мы сжигаем. Ну, давай, поехали. Раздавать на орехи. Вот. Фу-фу-фу-фу-фу. Давай. Вот. Победа. Здорово. Ха-ха-ха-ха. Это злобный страшный смех. Отлично.
уже начали ребята вылетать, то есть мы уже на 90-м месте. Америка, Америка. Так, подожди, показывай. Просто куча флагов и некоторые, точнее большинство даже, ну не знаю, что такое. Это Срирача, Срирача. Выжес? Срирача. Давайте вот так сделаем. Но опять же, надо повышать уровень, да, чтобы поставить этих бойцов. Подожди, братан. А вот так, если попробовать. Вот. У нас уже дополнительный бонус. При каждой атаке боец северных кланов получает шанс оглушить противника. Здорово. Боец северных кланов в атаку. После этого раунда есть маза повысить уровень. Вот. И... Да, давайте его тоже затарим, так скажем, на перспективу. У противника есть боец второй уровень. И будем стараться сдюживать, да, так скажем. Во, фо-фо-фо-фо, раздает. А ты, Срирача, до свидания, тварь. Бонус выживания, первое... А, да, плюс один золото. Отлично, у нас уже 69 место, ребят. Нихера там, три бойца второй уровень. Братан, окстись, ты о чем? Это фантом! Фантомчик! Какой ты страшный! Чуч! 30 золота! Нихера себе ты, братан, купишь там! Это Дельта! У Дельта ни одного поражения, поэтому это очень опасный тип, так скажем. Вот, давайте затариваем нашими бойцами. Не, подожди, надо, чтобы что-то работало, да, так скажем. Какая-то синергия. А нихера, походу, не работает, поэтому... ладно, давайте, значит, будем стараться. Дельта. Это, слышишь? Он пугает. Пугает, обижает. Здорово, здорово. 6 дополнительной брони. Ну чё, Дельта, держись. Вот, считанные секунды. Не думай о секундах. Свысока, о, ребят, он меня просто порвет. 3 бойца второй уровень. О чем это, ну, говорится, да, так скажем. Ну, это просто невыносимо, да? 3 бойца второй уровень. Поражение. Фо-фо-фо, напихал, тварь. Получаем просто куча золота. Ого. А, жесть. Там, смотри, есть у противника 4 бойца второй уровень. У меня просто порвет, если мы, ну, будем с ним сражаться. Это Трей Пропер. Мистер Пропер, веселей, в доме чисто, все быстрее. Мистер Пропер. Повышаем уровень и выставляем наших бойцов. Давайте дождемся следующего раунда, тогда у нас будет возможность пробежаться по магазину и, возможно, кого-то сможем повысить. У нас до сих пор бойцы первый уровень, он уже, видите, в отчаянии, да, так скажем. Так, а что ты сделал? Шанс 30%, 2 единицы золота после боя. Но это прохладная тема, потому что ты тратишь 2 золота, чтобы был шанс получить эти 2 золота. Ну, то есть, ни о чем, по-моему, да, тема. Обалдеть, 2 бойца второй уровень. Стараемся сдюжить. Я сказал, стараемся! Дюжим, дюжим, раздаем, всех врагов скорее порвем. Раздаем! Давай, 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 давай! Воу, жесть! Не, серьезно, ребят, а в чем логика, да? Ты тратишь 2 золота, чтобы у тебя был шанс получить после боя 2 золота. Ну типа, камон. Не, я понимаю, если бы ты тратил 2 золота, чтобы был шанс получить больше, да? Ну, это куда ни шло. Вот. Но ты тратишь 2 золота, чтобы был шанс получить эти 2 золота обратно. Я в душе не веду, как это работает. Вот. Но так или иначе, у нас есть уже 2 бойца второго уровень. И это будет хорошим подспорьем. Ага. Ну чё, ждем? Ждем, чтобы раздавать. Это против на... А, подожди, у него какое-то заклинание. Тоже, смотри. Ну я не понимаю, ребят. Ты тратишь 2 золота, чтобы получить шанс получить 2 единицы золота после боя. А в чем логика? То есть ты гарантированно тратишь 2 золота, чтобы шанс получить тебе 2 золота обратно. Я не понимаю, как это работает. О, жесть. Давай, 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 раздаем. Раздаем, сказал. Вот, жучим, жучим. Капец, тяжело. Давай, давай. Победа. О, жесть.
Ох, ребят, мы все выше и выше поднимаемся. Отлично! Пять бойцов второй уровень там. Это Конрад с Украины. Витаю, братуха. А, даже не знаю, подожди. Даже не знаю. Давайте лучше вот так сделаем повышение. Затариваемся и выставляем на поле боя. Поздравляю, ребят, у нас следующая синергия. А, урон всех бойцов повышается на 25%. А, давайте, значит, пробежимся по магазину. Во, пожалуйста, смотри. Вау, это вау. Вот этих во, парней вот этих затарим, да? Эту покупать уже не будем, потому что она уже у нас второй уровень. Следующий раунд. Безумная толпа, но я думаю, разберемся, да, квест номер один. Вау, 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 неплохо, кстати, раздает. Я сказал, справляемся. Победа, поздравляю. Чух, чух, чух. Сколько золотишек привалило мне. Отлично, мне 6 бойцов второй уровень. Ребята, как это работает? У меня такого вообще нету. 30 золота, обалдеть. Откуда это, да, берется? Это Дима. Димас, привет. Димас пьет пивас. Вот, подожди. Подожди, братан. Подожди. Подожди, 2, 4, подожди, 2, 4, 6. Повышаем. Вот. Но, опять же. Давайте вот так сделаем. Выставляем. И у нас тогда бойцы света могут сражаться еще одну секунду. То есть вот, подожди. Да, да, да. Давайте пока так и оставим. Ага, ага, ждем следующий раунд. Вот. И начинаем раздавать на орехи. Давай, 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 давай. Димасик, давай. Жесть. Димасик, зачем ты это сделал? Осталось 10 игроков. Мы уже занимаем 9 место. О, тяжело пока что. Тяжело. 9 место. Следующий раунд. Это Равлей. Равлейчик, ты чё такой страшный? Страшный? Чуть. Вот так сделаем, значит, его. Во. И у нас получается и дополнительное здоровье. Подожди, давайте заклинание какое-нибудь сделаем. Смотри. Также получает 200... Бляха, даже не знаю. Атака ближнего боя, шанс нанести 50... Оглушает случайных противников и всех ближайших к нему врагов на одну секунду. Давайте вот это сделаем. Вот. У нас появилось заклинание. И оно, я насколько понял, автоматом прим... вручную типа надо как-то делать, да? Давай. Длится 5 ходов. Подожди. Оно уже, по-моему, работает, да? Поражение. Ребят, это нам не помогло, так скажем. Обалдеть. 9 место. Ну, тоже неплохо, тоже неплохо из 100 участников, да? Фу-фу-фу-фу-фу. Ну что, ребят, королевская битва закончилась, и мы увидимся уже с вами в следующем видео. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакт. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.